全てはここから始まった。悪なき闘争と反逆、血の宿命だ。私の愛する平八さんはやがて世界を戦乱に巻き込み、多くの犠牲を生むでしょう。貴様は何者じゃ。我は剣を極めし者なり。全ては動き出した。もう誰も止めることはできない様が。あの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。貴様の野望もこれで終わりじゃ。戦いとは、最後にどちらが立っているか、それだけのこと。決着をつけるとするか。Эпичность, эпичность. Ребятки, всем привет, с вами я, Лапси. Сегодняшний вечер мы проведем в игре Tekken 7. Да, посмотрим на сюжетку, взглянем на историю семьи Мишима. Вот, и узнаем, как там, что произошло у них. Поехали. Уровень сложности, да, давай средний. I remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, "I love you." I was so happy, I cried. Мило, мило. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son. And I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, "Father, one day, I will tear you to pieces." Разуем. Тогда мы начинаем, да, получается, с самого начала. Класс. Сама
умерла! У, сука! Получай! Получай, гаденыш! Я! Ну не трогай, сынишку! Так, ага, хорошо. Ну-ка. Дал какой? У, сука. А ну не трогай мальчугана. Пыш. Дедан. Ну-ка. По щам ему давай. Хорош. Ля какой. Ур зашелся. Текин, ты что такое? Добрый вечер, Максимушка. Здравствуй, пусть. Крепко-крепко обняла и укусила за ушки. А как ваше настроение? Отлично. Текин — это игра. Вот. Старый добрый файтинг. Да, тем, кто не играл и не знает про прошлые серии этой игры, конечно, будет тяжело понять сюжет, но я думаю, тут раскроют все это. В общем, Казуя — это вот мальчик, которого сейчас несет старик, которого зовут Хейхачи. Сейчас рассказывается, да, как все это было, как какова их история. Казуя всегда враждовал с Хейхачи. Вот. Но у Казуи есть сын по имени Джин, вроде, если я не ошибаюсь. Вот. Да, всем, кто на стриме, приятного просмотра. Всем, кто будет смотреть записи, также приятного просмотра. Сейчас, походу, Сашенька Лацанка придет. Пожалуйста, пусть приходит, я только рад. Единственный у меня вопрос, как слышно игру и меня в целом? Привет, здравствуй, Лацанка, здравствуй. Кузька Ванга, да. As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war. Вот, да, как раз сын Казуи. Also he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground. Азазель — это у нас из шестой части. Главный Jean босс. Defeated Azazel in battle, saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jean began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's все хорошо? Окей. А еще один вопрос. Не лагает ли картинка? Потому что я вроде смотрел, в ОБС не лагает. 31 августа, да. Нормально. Ну, в эластичном костюме. Ох, какие глаза, а? Видал? Видал, какие глазки-то? А левый и правый, да? Да нет, налагает. Ну ладно. Вот и хорошо. Да, это раньше была крепость Джина. Вот, сейчас он пропал, и как раз шелунишка. Нет. Я не такой, не. Вот, когда Джин пропал, как раз объявился его дед. What form would they take? Кто знает? The answer to that question still eludes me.
That day, I was reporting from a battlefield, gathering news about the war to bring to the world. When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. На лице, которое находится, ну. I was dumbstruck. Ну да. How could my hometown have оправдания пошли? Нет. When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. But now tanks and armored vehicles line the streets like an iron wall. Да, обидно, конечно, когда война начинается. Though it was noon, это прям самое худшее, что может быть в этом мире. The blackened trees, the burning ground, the pungent, burnt air. The place I once called home was now just an ashen field. And streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved had been lost to the past. Макс, как дела? Да нормально, я же сказал, все хорошо. Как твои? Как день прошел? Тоже рассказывай. Это что, я все, я? Конечно, я бог, но не настолько же все, чтобы про меня только говорили. Плацента может рассказать, как у него день прошел. Я позволяю. Значит, плохо обыскали. Практически нормально. Почему практически? Ты вон, взгляни только на ее глаза, у тебя сразу все будет хорошо, ну. Кто здесь? В смысле, не узнала, что ли? О. День прошел под пледиком с чаем и ютубчиком. Вообще все как обычно. Блин, мне бы, конечно, так день провести. Но я так его провожу, только болею. А я пока не болею, так что... Обидка. Меня на химии заставляли всем считать средний балл. Нормально. Ловим деда. Вы, конечно, гений. О, юморные ребята. Да, конечно, дед уже столько пережил, его какой-то ракетой можно убить. Понятно? Он только тупо кулаками все ракеты отправляет обратно. Охренеть. 25. Читал 23. Я был один из тех двух, у кого нет одной оценки. Оценки, держись там. Ну ничего, еще нормально. В принципе, я тоже, в принципе, химию любил. Главное, выбери, что тебе нужно в жизни. Не то, чтобы прям забивать на химию, но в пределах разумного. О, нормальный трактивчик. Ух, разваливаем, разваливаем ботов. Слышь, ну-ка. Да ты что? Ай. У, сука, драться решил, да, дед? Я тебе, блин, покажу, как деда бить. У, гаденыш. На, по щам. Так, день нормально прошел. Ну, хорошо. Всегда же хорошо, когда день нормально проходит. То приходишь, блин, домой как...
Не буду говорить, что. И все, пипец. Хоть стой, хоть падай. Слышь, ну-ка, нахрен. До свидания. Все? Молокососы. Тупо девочки взяли, прыгнули там на деда. Где ты взял их и развалил? Санька, ну, кыш. Нина. Блин, всегда их путал. Хотя не, вру. Она более противная, точно. Хороший ракурс выбрали только что. Слышь, ну-ка. Слышь, ну-ка нахрен. Хорош. Да хорош, говорю, ну. Чё началось? Да чё началось, говорю, ну-ка. Иди нахрен. Нахрен иди. Ай. Эй, тихо-тихо. Нормально, справляемся. Бить женщину, это, конечно, плохо, но... Это, блин, да. В этом мире все решается только так. Рейджард. Да в смысле умри уже, не надо. Ага, кнопка. Так, развода будет. Окей. Ну, а нахрен. Культа, ага, хорошо. Я запомнил. Усичка, не подходи. Нужно клепануть. В смысле? Что? Что клепануть? Что нельзя бить женщин? А ну, кыш. Нормально. А, нет, не Рейджард был. Да тихо ты, говорю, ну. Усючка. Да иди в каку. Ну-ка. Вот так, до свидания. Да как не попал там? Тихо. Ага, нормально, удар ногой был. Класс. Супер. Ну тот кадр. Не, ну это было близко. Да ну-ка, охламоны, оружие опустили. Чё, батьку не узнали? Джинга шёсок фумэйде ару има. Мишима зайбасу о татэнаосэру нова. Ваши ойте хока не урмай. Ой, да ладно, хрен с ним. Пусть берет эту башенку какую-то там. Дед какой резвый, видал? Только что бабу избил, а потом еще начал ей командовать. Задание выдавать. Ну-ка, что это значит? Чё, опять? Ну, на этот мир опять. Окей. Если не ошибаюсь, вот это у нас сейчас был Ларс. Не знаю. Да, конечно, жив, блин. Куда он денется? Батяня твой, а? Стасуну джимбиоси. Ода-ода сруна! Митиори. Мамунаку светену бутайга тотону. Ну, а дедан, конечно.
Усюка, живучий Дедан. Так. I found myself staying in a cheap hotel. Reports on the hellish war never let up. News of Heihachi's return to the Mishima Zaibatsu had sent shockwaves across the globe, and the announcement of the King of Iron Fist tournament flooded the airwaves day and night. But none of that mattered to me. From my drab room, I just stared up at the moonlit sky, looking for a ray of hope. The concept of evil seemed so vague. Who torched my hometown? The Mishima Zaibatsu? Or was it G Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me and offered me a ray of hope in the form of an expose on G Corporation. Ну-ка. И как вы собирались это сделать? With the Mishima Zaibatsu. Ну. And it appeared that they had the public on their side. People believed that the Zaibatsu had started the war. So it was only natural that they saw G-Corp as their saviors. However, my reporter friend came into my hotel and, barely able to contain his excitement, presented me with the picture. It revealed G-Corp's true colors, which conflicted with their public image. Забавно. The picture shed light on the incident that had occurred only a few months earlier. Так, это получается у нас после четвертой части Текена. Да, были моменты, когда они дрались вместе, конечно. Мертвый чат, мертвый чат. Да ладно. Надо уже привыкать к мертвому чатику. Слышь? Ну-ка нахрен, пошел. Ахрип. О, сука. Защищаемся. Нормально. Дальше. Понизу. Туловище. Хорош. Дальше. А, да, защиту забыл поставить. Ну-ка нахрен, иди свои мельницы, да? Мельницы. Нахрен, говорит. О, сука. О, сука. Нахрен. Да как, в смысле, блин, удара? Е. Е. Ну-ка нахрен. Да, one, two, three, блин. Иди мельницу выключи, блин. Дурачи. До свидания. Ага. Ой, хорошо успел, видал? Мощно. Ай. Ой, хорош. Вот это было мощно. Я думал, опять почем получу сейчас. Но нет. О, сука. Летун. Летун. У, Каспер. Да какой нахрен помощник? Не надо. Я так с ним справлюсь. Аля, чё могу? У, сука, Джеки Чан отдыхает. Насколько я помню, он сейчас, по-моему, деда ему кинет. Вроде как. Он бежит. Но опять же, я могу ошибаться. Насколько мне память не изменяет. Угу.
Да, типа там. Разгоняется. Да, опять мельница своя, а? Иди, дурачок. Говорю, уйди, дурачок. Блин, тут взрослыми делами занимаются. Да, ну вовремя, блин, это сказать. Ага, в угол зажал, да? И что теперь? А. Это так, помнишь? В смысле? Нет, это еще не финальная заставка, видишь? То есть, типа, показали то, что сначала Казуя дрался с ними, сейчас, типа, я дерусь за Хихачо с ними. Я думаю, еще будет продолжение. Я говорю, я просто вроде как помню то, что в четвертой части он кинул их к роботам, ну, его к роботам. Казуя кинул Хихачо к роботам, вот, и сам сбежал. Я говорю, я могу и ошибаться. До свидания. Вот, заставочка. А, ну вот, как раз. Угу. Да, он ушел. Ух ты, ёпта. Здрасте. Ой, жесть. Кону дайсё ва китчири харатте морау со. За что мы там ответим? Ну-ка. It all started with an explosion in the heart of the Mishima estate. At the time, the media reported it as an unfortunate accident. But when strange truths began to come to the light, things didn't appear quite so clear-cut. After the explosion came the deaths of a number of G Corporation's executives. The newspapers put it down to a coincidence, a series of tragic occurrences. But the truth was far more sinister. In reality, an attempt by G Corporation to take out one of their own had failed. And the man they had targeted came baying for revenge. The missed target's name was Kazuya Mishima. Mm-hmm. Мстительная, да? After disposing of the guilty parties without so much as dirtying his hands, Mishima began to manipulate G Corporation from the shadows. О, блин, Казуя, вот ты маленький прохвост. Sirius Marksman says here they're based in Italy. A society of exorcists who've historically held influence. О, экзорцисты, смотри, ля какие. What are you planning this time? Джин が財閥を使ってめちゃくちゃしよったからな。世界を掌握するためには、カズヤを倒すだけでは意味がない。世界中の世論を味方につけねばならん。Surely you can't be planning on using the society's underground network? Ну а почему нет? Но они все связи хороши. Парете, 人間であるわしの正当性を主張できる。今回の大会は。Ну-ка, чате, как вам в целом эта игра? Нравится? Ну, по истории, не знаю, там. По графике. По экшону, в конце концов. Аля какой стоит. У, сука. Мощно. Рейдинг their HQ for not returning your calls. You're quite the negotiator. 打って響かぬならねじ伏せるまで当然の対応じゃ。If you say so. О! Ни хрена себе, ассасины прилетели тут. Чумные доктора. Нормально. Красиво нас как-то, да? Сонна омоча дева ваши ва таосен! Sei venuto di persona. Allora è vero ciò che si dice sul tuo conto, Heihachi. Привет, Нила. Привет, Хайро. Клаудио.
Опа, сильнейший экзорцист мира. I cacciatori Sirius sono unici al mondo e siamo sempre stati indipendenti. Non intendiamo metterci al servizio dei capricci di qualche corporazione. Да, в смысле, какой-то корпорация? Вашино джиджио дева най. Кударан кошо ва овари жа. Ваши га коко ни джики-джики майтта ими, вакатте ору. Се е кози. Dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Ну давай, попробуй. Усюка. Уйот. Нихера себе, слышишь? Ну-ка, угомонись там. Клаудио. Ага, я понял. Я понял, хорошо. Вообще супер. Отлично. Угу. Значит, тупо не даем ему кастовать ничего. Ага. Ошибка. Ой, хорошо. Обманочка, обманочка. Супер. Добивай. Хорошо. Да, блин, приседать надо, нахрен. Я понял, все. У, сука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, да, да. Надо было в бок вставать. Что-то я тупанул. Ни хрена. Пол хп, нахрен, в самом начале раунда. Да, хорош там кастовать, слышишь? Е-е. Ты прикалываешься? У тебя только что был рычаг. Ты как делаешь это? Э? Ну-ка нахрен пошел. У меня один вопрос. Это только он может по КД... Да, походу. Кастовать рычаг-то. Хорошо. Хорошо. А, в целом я проиграл. Ага. Хорошо. Садись. В смысле? Я? Я? Что за херня? Ну-ка. Нахрен. Да в смысле, эй. Василий. Блаженов, блин. О, сука. Нахрен. Хорошо. Добрый день. Компания Арифлейм. Усюка. И до свидания. Хорошо. Опасно, опасно. Нахрен, садимся, все. Понеслась. Yes. Не надо. Надо. У, вернулся. Супер. Тихо. Блин, рано. Тихо. Рано. Блин. Блок. Есть. Супер. Угу. Ну-ка. Да. Ты юморишь, что ли? Слышь? Слышь? Эй! Успокойся нахрен. Так. Отлично. Пробили. Добьем? Супер. Класс. Блин, это было близко. Не, ну ты видал, да? О, сука. Ну а что значит экзорцист? Да никакой силы я не обладаю. Questo demone. Vuoi davvero opporti a un simile abominio? Добрый вечер, вечер, мистер Царь. Здравствуй, Вирус. Привет. Угу. Да в смысле дьявола? Может, твой сын? Что-то я сам ничего не могу понять. Экзорцист говорит то, что мой сын дьявол. Чё? Как дела? Да хорошо все.
Как твои? Day in, day out, I found myself at the library, poring over articles. Company directories, history books, you name it. Нормально. Ну хорошо. Looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing Когда so. Осу будет? Не знаю пока. The Mishimas were warriors, hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. With the advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant. The first was Jinpachi Mishima, head of the Mishima clan during the war. Это получается у нас отец, по-моему, если я не ошибаюсь, отец Хихачи вообще даже, да. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization the Mishima Zaibatsu. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Да не надо Джина убивать, он хороший. Могут через год дойти. Могут и через год. Да не, я думаю, быстрее. Не знаю, может завтра, может послезавтра. Посмотрим. Джин Казана. So che il suo demone interiore supera perfino quello di Kazuya. В смысле, ни хрена себе. А, ну в принципе, да. Chi fosse lui? Do you know something? Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Ninguém to wa omoenu ka. Tashika ni yatsu wa etai no shirenu bakemono ja. So that means Jean is. Doko ni iyou to kamawan. Tonikaku nan toshite demo mitsukedashi, koko ni hittatete kuru no ja. Ух, злой дед. Не зли деда, а тот палка отпиздит. Ну а, Джин. Ни хрена он так, в песках. А, ну правильно, это он после Азазеля вроде. После боя с Азазелем. Ага, Дейл Джин, да, пробудился? Класс. Ну, Дейл Джин у нас был в прошлых частях. Так это ты был, Джин, в этих обмотках. Freeze! Ну-ка, чем ты меня удивишь? О-о-о, ребята. Лучше убежали, ну да. Дьявольской силы ему, конечно, не занимать. Нормально. Ларс, все-таки это был Ларс в машине. Это тоже парень из шестой, по-моему, части. Пятого вроде не было. У, сука. Блин, хорош.
Стреляй. Целиться вижу. О, нормально. Аля какой. У, сука. Ассасин. Ассасин. Ну-ка нахрен пошел. Ну-ка. Добьемся, нет? Чистая победа. Ну-ка, не трогай. Нет, блин, ладно. Все, не чистая победа. Обидно. Но, блин, это было близко. Для сведения тем, кто не знает сюжет прошлых частей, Ларс работал в корпорации Мишима с Джином. Вот, так что... Чтобы на будущее, а то будете знать. Думай, че нахрен она вообще его спасает. Это... Ларс? О, я с Джином нерадил. Things just got a whole lot more complicated. No, there's no point. We'll have to stay one step ahead. Ma se l'essere disumano in Estremo Oriente non era Jin, chi era? От хрена знает. Стоит. Ну-ка, и что ты такое? This lead sent me on a journey through countless documents, where I finally found her name in a single paragraph, Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together. But it confirmed that Heihachi was Kazuya's father and Kazumi his mother. That's when I realized something shocking. The year Heihachi seized control from Jinpachi and established the Zaibatsu was the same year his wife Kazumi had died, and Kazuya had fallen from a cliff, sustaining terrible injuries. What could all this mean? Ну, хрен его знает, что это могло значить. Но Казуя уже тогда знал то, что какого Хихачи убил его мать. Блин, вот они, конечно, сюжет завернули, а? We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. Frustration had become a part of my daily life. Eventually, I ran into a guy in a restaurant. His eyes burned with an almost ungodly fighting spirit. He looked at me as though he could see the darkest depths of my soul. Ли? Серьезно? Он до сих пор тут? He said before making his way to the exit. The way he stared at me from the door let me know that he wanted me to follow him. Hypnotized, I walked slowly towards him. As we left the restaurant, he formally introduced himself. His name was Li Chaolan. В смысле Ли Чаолан? Его же Ли звали вроде.
Алиса? Excellent. Таскета он о кери де каестова. Получай паща. Опасно. Ну да, она же робот. Опасно трогать девушку робота. Киок системы га мада сэжо де най йо дато. Фушинша о какунин. Хайшу шимас. Яре, яре. Ты что делаешь, Лис? Ну-ка. Да успокойся ты, ну. Ой, дурочка. Алиса, прекрати. Алиса, хватит. Ох, чувствую, нам тут жопа будет. Слышь? Эй. Хорош. Да блин, ну вот ты маленькая стервозная девочка, а? А ну кыш, кыш. Все, нормально. Блин, это неугомонная. Ладно. Там, а что это за подергивание экрана были? Да хорош. О, сучка. Топ. Ты давай там хорош кастовать. Прикинь, еще издевается надо мной. Топ. Ты маленькая. Рейджат. Ой, хорош, попал. Ну-ка. Ни хрена себе. Нормально. Блин, главное, чтобы она сейчас... Главное, чтобы она сейчас рейджат не завязала, и я попадаюсь на него. Класс. Блин, ну ладно. Блин, не, ну Алиска прям это... Сильнее. Сильная. Ну да, да, да. Да, конечно. Ага. Да, конечно. О, видал как? А ты говоришь боссу, блин. О, понял. Хера, это я что сделал? Ну-ка. А можно еще раз? О, ля. Ля! Так, Алиска. По щам. Чтоб не забывала. Да, и чтоб я не забывал, что нельзя к ней подходить. О, опять начинается. Да, у ворота. Класс. Класс. Супер. Боже, да иди ты нахер, слышишь? Блядь, что за бред? Какого хера? Вот, блядь, такой сложный. До свидания. Добей. Я тебя прошу, просто добей. Слава тебе, господи. О, боже. Блин, я думал, это легко будет. キドテスト完了だ。今の刺激で記憶システムもまともになったのではないかな。まさかあなたは。あ、それで、それで、これじゃない。ですか、これ、ちょっと。ストレムの場所。リーチャーは。なるほど。ま、思い出してくれて光栄だ。でも、なぜあなたが。 Усюка. Наруходу.
完全回復とまではいかなかった。